стоит открыть окно в своем кабинете и сразу попадаешь в мир живой природы. Некоторым сотрудникам нашего телеканала посчастливилось в обеденные перерывы слушать мелодичное и успокаивающее пение птиц, символичным названием для Приднестровья Каменка. Маленькая птица Каменка ростом примерно 15 сантиметров поселилась под окнами первого приднестровского телеканала. Ее отличительная черта – вокальные способности. Щебетание Каменки действительно завораживает. Можете убедиться в этом сами. Ее можно встретить в ландшафтах, где преобладают скальные породы, то есть это в северных районах республики, в той же Каменке ее достаточно много. Если она селится в селитебной зоне, то есть это в городах, она предпочитает стройки, какие-то угодья, где есть место, где спрятаться, где вывести потомство. В природе встречаются несколько видов каменок. Отличаются они своим окрасом и местом обитания. Каменку обыкновенную можно встретить на Аляске. Черношейная встречается в странах Средней Азии. А в Южной Испании обитает белохвостая каменка. Еще одна особенность каменки – это хвост. Для такой маленькой птицы он довольно-таки длинный, и именно по рисунку на нем можно различить ее вид. А питаются эти птицы исключительно насекомыми. И комариков каких-то кушает, и насекомых, которые могут нанести там какой-то неприятности человеку. Ну вот, в принципе, она даже помогает людям. Если у вас появятся такие соседи, не спешите знакомиться с ними близко. Нет, они не опасны, но и не ручные, хоть и селятся возле людей. Чтобы не причинить им вреда, лучше просто наслаждайтесь их завораживающим пением.